Первое заседание нынешнего года комиссия провела в обновленном составе. Новым членом административной комиссии стал Вячеслав Босых, депутат от 4-го избирательного округа. Теперь в составе комиссии значится 7 человек. Вячеслав Михайлович, вы являетесь членом нашей административной комиссии. Я думаю, примите активное участие в работе комиссии в 2020 году. Заседание началось с рассмотрения вопроса понижения минимальной суммы ныне действующих штрафов. Десногорцы считают, что 3000 рублей – это слишком высокая цена за парковку автомобиля в неотведенном для этого месте. По этой причине членами комиссии было решено предложить проект соответствующих поправок в областную думу. Какое предложение? Ну, наверное, о проведении опроса среди административных комиссий мнение о целесообразности внести действующую статью 17.4 закона Смоленской области об административных правонарушениях меры административного наказания в виде предупреждения. На рассмотрение в этот день было представлено 18 протоколов. Как и всегда, десногорцы продолжают пренебрегать спокойствием и комфортом своих соседей. 4 протокола по нарушению тишины и 14 за неправильную парковку. При этом у каждого из провинившихся своя история. Забралась компания, кричат, визжат, спать не дают уже не первую ночь. Ну как я могу не первую ночь, если это был выходной, но воскресенье выходной последний, мне на работу в понедельник. По всей неделе я работаю. По большинству административных дел были выписаны денежные штрафы. Смогут ли финансовые потери изменить отношение десногорцев к окружающим? Этот вопрос остается открытым. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.